встречу. Мы не видели стоп. Лет 12. 1996 года. Денису где-то... Не, я думаю, 98-го даже. Не-не-не, мы да? не видели все. Денису года 2-3 было, он в 95-м родился. 13 лет. 13. Теперь вот видимся. Ну, давайте. У меня вино ледяное. Ну и хорошо. Ой, это хорошо. Ну, Никол, бери, Никол. Возьми бутылку. А у вас в Англии тоже постоянно давали какой-то не очень холодный, я прямо красиво не меняю. Это если ты берешь такой битер, ты вот этот берешь, он такой должен быть температура. А если ты берешь. Он через кулер не прогоняет. Если ты берешь с газом, оно все ледяное просто. Все вот эти, ну, которые не качать, а такое пиво, оно прогоняет. Бутылочка? Нет. Что такое? Вот из-под крана, вот так вот. Ну, так из-под крана. Это... Нет, из-под крана пиво бежит, это одно. А есть еще качать. Вот здесь качает? Да, как в спортзале вот такое. Вот оно теплое. Оно через кулер не прогоняет. Какое там еще было? Кронендер. Она мне спрашивает, какое пиво хотите? Любое, самое холодное. Слушай, вот бы ему к нам. Приезжай, привози музыканта своего. Тебе надо в Лондон его везти. Там... Сети забрасываем, но пока... Ну вот этот парень, который хотел на дворик с экранами концерт 25-го делать, они не нашли денег. Ну вот недалеко от Лондона. Так бы вы бы к нам приехали, псев пап. Нет, мы обязательно приедем. А там бы вот такое ты попробовал, и холодное. Потому что в Лондоне вот в этом, там же постоянно делают, проводят вот эти музыкальные фестивали. Вот, знаешь, мне посоветовали... Барбикани. Фестиваль, наверняка знаешь, в Шотландии. Ну да, я так не знаю. Нет, это не то. Thank you. Merci. Гластенберри. А. Но он только прошел. Нет, на следующий год. Они говорят правильно. Да. Ну, там очень крутые. А там всякие. Нет, ну, слушай, начинающих там засовывают рост. Тоже все. Там в основном. Мы сейчас едем в фестиваль классической музыки в Вене. Вообще. Не, ну если бы он на глаз не были попал, это самое крутое, что случилось. Круче, чем Гома. Гома, ну, Питер Гэтлин. Гома. Я не знаю, глаз не были самые известные. Я вот этот, который ты мне говоришь, я первый раз слушал, глаз не были. И после него идет вот этот Тайсон Вайт.